Мужики, всем привет! В общем, тракторок уехал, а я раскидал трансмиссию на свой следующий проектик. Буду строить полноприводную классику. Будет стоять одна коробка, раздатка. Ну и, соответственно, все это дело примерно будет выглядеть вот так. Редуктора будут перевернуты хвостовиками вверх. Двигатель будет стоять над коробкой, чтобы была покомпактнее база, поменьше. Вот. Колею буду делать 85 сантиметров. Почему 85? Потому что у меня прицеп внутри 1,15 м. Вот. Вот 85 плюс 15 получается у нас ровно метр по краям колес. Должно получиться, чтобы он заезжал в мой прицеп. Для мобильности, так сказать. Вот, скорость меня вполне устраивает на раздатке, на пониженной. Это такая же скорость, как я делаю на звездах. Вот 13.26 понижаю в два раза на мосты. Отлично, меня устраивает аж бегом. Поэтому здесь будет также двигатель над коробкой, повторюсь еще раз. Ну, все остальное уже по месту. Сиденье над задним мостом. Ширина рамы, я уже так примерно прикинул, будет самой рамы 60 сантиметров. Ну а здесь плюс еще 30 выведу по краям. Вот. Ширина потом обвесов будет 90 сантиметров. Я думаю, за глаза хватит. Так что примерно все это дело будет выглядеть как-то так. Мосты будут смещенные, редуктора под одну сторону. То есть здесь будет коротенькая полуось, здесь будет длинная. Но буду рассчитывать таким образом, уже когда будет сварена рама, установлена коробка, обязательно первичным валом посередине, чтобы это все дело стояло. Раздатка, она сместится. Как сместится, так и приварю крепление. И потом уже, когда это все будет известно, размер, обрежу мосты. Вот. Мне не принципиально, это будет тракторок, полный привод с куном. Вот. Как-то так, ну, навеской, понятное дело. Вот такие вот планы на будущее. Примерял тут разные варианты. И восьмерочную коробку, и две шестерочные ставить в ряд. Ну, решил все-таки сделать по-простому. Так что, кому интересно, следите за проектом. На этом, пожалуй, можно и закончить видосик. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.